Господа, всем привет. Решил записать видео, пока еду на работу после выставки, чтобы было понятно, что и как, потому что кто-то телеграм читает, кто-то телеграм не читает. Ну, поэтому буду смотреть вперед на дорогу, в камеру по возможности. Так, значит, смотрите, давайте немножко новостей. Что и как, значит, по выставке многие пишут, что и как прошло. Друзья, прошло все хорошо. Народу было очень много, я не знаю, я потом, наверное, организаторам напишу, спрошу, какое количество. Вот, ну, было безумно много народу, особенно в воскресенье, что, в принципе, не ожидал. Потому что, как правило, воскресенье, ну, там постолько поскольку, а это что-то прям, что суббота, что воскресенье, что пятница. Но это ладно. Очень много народу подходило, был очень рад видеть и старых клиентов, познакомиться с новыми. Друзья, до встречи, как говорится, в сентябре, не в сентябре, а осенью, там, наверное, в ноябре выставка будет. Вот, буду потихонечку готовиться по возможности, потому что что-то прям я в этот раз упустил момент, и пришлось очень много и быстро делать. То есть за чуть больше месяца, за 35-38 дней я сделал 108 ножей. Это, ну, это нереальное количество, если честно. Тут как бы гордиться нечем, потому что там почти, вот эти 38 дней, это работы по 14 часов. Это называется, чуть не закончился. Но все-таки результат был. Было вам что посмотреть на выставке, было вам что посмотреть на стенде. Слава тебе, Господи, как говорится, все уместилось, все разложилось. Долго раскладывался, ну не суть, ладно. В общем, в любом случае, в сентябре мы с вами... О, Господи, почему в сентябре? Это я все время... В ноябре мы с вами увидимся на осеннем клинке. Вот. Пока не знаю, что я туда буду делать. Естественно, большая часть, которая осталась с этой выставки, она поедет на осенний клинок. Сделаю небольшую распродажу. Не все ножи. Не все ножи буду показывать, не все ножи буду распродавать. Прям отдельное видео, наверное, на днях сделаю по распродаже некоторых ножей. Вот, это точно знаю, что буду, наверное, показывать PGK в ламинате. PGK-чик в чистом виде, может быть, Сибира что-нибудь. Это то, чего много я сделал, то, чего мало, скажем так, раскупили по причине, там, я не знаю, плохо выложил, еще что-то. Дальше по заказам, друзья, всем, кому мог по факту отвечать, отвечал. Если кому-то не ответил, вы не постесняйтесь, напишите еще раз, потому что реально сейчас вот после выставочной, вот сегодня прошло, какой сегодня третий день, я еду на работу. Вот, голова еще в башке винегрет, если честно, но надо ехать все разбирать, там все это лежит горой, грудой, то есть, ну, сейчас и ножи надо разобрать и посмотреть, что и как там, потому что на выставке и ножи попортили, как ни странно, я даже не заметил, два ножа и испортили, ну, это выставка, за всеми не уследишь, просто кто был, тот видел, что там вообще происходит на этой выставке, там, ну, там даже пообщаться, вот постоять толком, что в четверг, что в субботу, было невозможно, потому что там такое количество народу было, там вот, ну нереально. Это, конечно, хорошо, но тяжело. Вот, то есть сейчас надо будет восстановить все, что там побили, все, что там изуродовали. Вот поэтому как бы времени на это надо, поэтому пораньше выехал на работу, хотел недельку отдохнуть, но, ой, тем более многие уже пишут из вас, кому в апреле заказы, обещал, они будут, кому на апрель, те в апреле и получат заказы. Вот, не переживайте, все будет нормально, все будет по графику.
по нынешним заказам, которые вот сейчас мы будем обговаривать, это примерно на июнь месяц. Вот. Июнь-июль. А потом уже, наверное, в июле я уйду в отпуск. Уже, естественно, я делать ничего не буду. Вот, потом пойдет на август. Поэтому, друзья, кто там, кому нужно еще в начале лета, рекомендую поторопиться. Там мест немного осталось на именно на изготовление. Поэтому поторопитесь. Так, ну, в принципе, наверное, все, что хотел, сказал. По выставке все замечательно. Осенью приеду опять на клинок. Привезу кучу ножей в очередной раз. Вот, может быть, что-то поэксклюзивнее привезу, не знаю, пока все буду смотреть, все буду перебирать. Но при желании без хорошего ножа никто не останется, поэтому милости просим. Все, друзья, на этом разрешите откланяться, пойду работать, все разбирать, слесарить, клеить, собирать. И до скорых встреч, пока.